Всем доброе утро. Продолжаю снимать каждый день влоги и видео. Вообще, на самом деле, я сегодня тоже рано проснулась. Примерно в 7 утра. Позавтракала, поработала, выгрузила на канал влог очередной. Оделась, накрасилась. И хочу показать вам сегодняшний аутфит. Практически все вещи из Forever 21. Бандана Forever 21. Боди. Мне очень нравится этот боди, потому что здесь вот такой глубокий вырез, и здесь еще шпильки, которые держат все это. И силиконовая такая вот штучка по краям, которая предотвращает скольжение. Юбка тоже от Forever 21. Сланцы Naked, я уже вам их показывала. И поясная сумка, которую я заказывала на Amazon, недорогая, примерно 20 долларов она стоит. Мы сейчас едем в классные места на экскурсию, на высотное здание Банк Америки. Там есть какая-то горка, будем с этой горки кататься с 80-го этажа, по-моему. В общем, я не знаю подробности, сейчас вы все увидите. Мы сейчас едем на небоскреб кататься с горки. Небоскреба! Небоскреба, да. Чем очень боимся, как обычно, переживаю. Готовы? Дети. А где горка? Там? О, где-то здесь. О, горка. Капитан. Мы заметили, что здесь, в Лос-Анджелесе, прекрасный свет для фотографий, для съемок. Очень красивый, мягкий, яркий. Заметно, нет? И подумали, что, может быть, из-за этого здесь киностудия в Лос-Анджелесе. Смотрите, какие смашули, у нас красивые пушистые тапочки. Пошли. Космический туннель. Номерок блокнот. Космик. Please wait. Там что-то интересное. Что там? Там горка? Блин. Вот это прикол. Страшно? Обалдеть, у меня аж мурашки пошли по коже. Ну это так круто, так это красиво. Кажется, сейчас этот телефон туда упадет. Посмотрите, божественно просто, сказочно, это волшебно. Как будто космический корабль. А смотрите, здесь тоже нужно встать ногами. Что будет? Вот я! Ой, это где? Моя рука! Я в шоке! А где моя рука? Почему у тебя живота нет? Ой, куда мы улетели? Куда? Меня не успела сфоткать. Вот-вот, подожди, мы опять. Отойди. Где твой живот, Лиза? Где? Где твой живот? Это горка, смотрите. Что-то мне страшно. Девчонки, тут еще какие-то сани, как Санта-Клаус такая прилетела в другой торговый центр. О-о, посмотрите, вот эта горка, она полностью прозрачная. А, ну здесь всего один этаж. Да, мне кажется, туда ступить и будет вообще очень-очень страшно. Смотрите, какая горка. Вот с нее скатываешься на матрасике здесь. Ну, она полностью прозрачная, стеклянная, конечно, страшно. Кто боится высоты, я думаю, вы не залезете сюда, если боитесь высоты. А вид очень красивый. Класс. А крылья, вам можно пофотографироваться. И ветер сегодня очень сильный. Прям сносит платье, прическу, все. Просто вид красивый. О, горизонтальная, да? Я еду, подожди. Вот со скоростью черепашки. Еду. Успела. Ну что, как? Не страшно вообще, да? Вообще нет. Классно пить кофе и смотреть, ну, какой потрясающий вид. Мы отправились.
отправились дальше мерзнуть. Сегодня очень холодно. Просто ветер сильный. Ветер сильный, да. Прям северный. Мы замерзли, особенно там. Hello. Where are you from? From Russia. Russia never sleeps. На самом деле история этой картины очень печальна. Художник вдохновился трагедией, произошедшей в Хиросиме и Нагасаки. Картина яркая, но на самом деле передает ужас произошедшего. А эта картина создана из множества лиц. Если, может быть, вы видите, вы даже вот лицо девушки. И вот еще одно лицо. Если подойти поближе, то здесь много-много разных лиц можно найти. Вообще она сама по себе очень красивая. Приехали на ланч. Наше кафе называется Earth. Oh my god. Как называется это место? Earth Cafe. В общем, нам сказали, что здесь постоянно раньше были знаменитости. Все, кроме Кристофера Вальца. Столько еды в жизни не видела. И что с ней надо делать? Уничтожить. Обжоры. Как? Сверху? Ну да, сам, да. Мы не рассчитывали, что такие большие порции. Придется все съесть, конечно, да. Я почему-то рассчитывал. Когда голодный всегда, тогда кажется мало-мало. Поэтому стоял и молчал, пока не заказывал. Так, мы отбились от группы, девчонки поехали на экскурсию дальше. Ну а мы шопиться, потому что у нас не достает кое-что из гардеробе, да, и из косметики очень мало косметоса, и, в общем, на качело нужно одеваться. Я пошла в Nordstrom Rom Rack. Давайте пока. Туда тоже пойдем пока вместе. Держи себя в руках. Все, я обожаю Nordstrom Rack, там всегда классные скидки на сумки, Michael Kors, что там еще, Фурла, может быть. Классно распределена обувь, в общем, 10 размер у меня, это 40, бывает даже у меня 10,5, но тут вообще 11, даже есть 12 и так далее. Посмотрите, сколько обуви здесь, в Nordstrom Rack, 40 размера, здесь есть сапоги и все, что хочет. Мне нужны на качелу сапоги. В общем, мне нужно найти что-то с большой скидкой, чтобы не жалко было убить, потому что качело – это такое пыльное дело и грязное, там оттопчут вам все ноги, и вы убьете просто в этой пыли свою обувь. Поэтому нужно… Вот, кстати, клиренс – это значит скидка, и будем сейчас что-нибудь искать. Ух ты! Так, что тут у нас? $54. Это дорого, но зато смотрите, какие прикольные сапожки. Прям вообще, они такие длинные еще. Вот. Итак, я вернулась в отель. Вова остался с девочками, поехал дальше на экскурсию, а мне нужно было свернуть в супермаркет. Я поехала на Uber. У нас, начиная с завтрашнего дня, будут очень активные дни. И на фестивалях хедлайнеры, которые выступают каждый день, они будут выступать очень поздно, начинать в 10:30. Я помню, в прошлом году, 10:30 вечера. В прошлом году Леди Гага должна была начать в 10:30, а сама опоздала примерно на час, если не больше, и начала свое выступление примерно в 12 ночи. Тяжело. В этом году то же самое нас ждет.
Единственное, что я уже знаю, в принципе, как себя там вести, что мне делать, потому что я была в прошлом году уже как бы такая бывалая. И, конечно, мотивирует, вдохновляет то, что будут выступать любимые мои артисты. Завтра выступает The Weeknd, а послезавтра Бьонси и на третий день Эминем. О, мне принесли бритву. Уже 8 часов вечера, и сейчас мы идем на ужин. Я вот собралась. Сережки H&M. Редко их надеваю, но они мне очень нравятся. Рубашка Naked, показывала. А вот такая джинсовая курточка Levi's. Джинсы укороченные Zara. И босоножки покупала Marshalls со скидкой. Бренд неизвестный. Примерно за 12 или 13 долларов. Вот такой аутфит. А, еще покажу вам рюкзачок, который тоже купила в Marshalls. Классный такой рюкзачок. Он был со скидкой Calvin Klein. Стоил примерно 150 долларов. Я его купила за 50. Вот такие классные скидки в магазине Marshalls. Рюкзачок среднего размера, и я как раз хотела себе коричневый. У меня он с такими розовыми, пыльно-розовыми цветами. Очень нравится. Так, у нас вечер. Мы завершаем в ресторане Ocean and Wine. Будем кушать устрицы и салатики. Алина, ты готова к Качела фестивалю? Я вообще нет. Как? Я уверена, что все будет круто, но морально я не готова. Мне кажется, я слишком долго готовилась к этому моменту, что просто я могу только об этом мечтать, но подготовилась очень плохо, честно. Нет. Завтра будете меня мазать, пожалуйста. Не переживай, все будет ок. И в Мексике купили фрукты, манго, всякую хрень, а в Париже вонючий сыр. А я туда положила все свои. Ревизора! Ревизора пришла. Нам не понравилось в ресторане, потому что устрицы принесли нам какие-то со слизью. Со слизью. И людей вообще не было. Мы были единственные в ресторане. Только салат тоже не понравился. Да. Салат ну вообще вот. Не понравился. Так что все, ребята. Это был сыр нормальный, как бы. А сырная тарелка. Медочек огонь. Готового сыра. Готового. Так что мы не советуем. Не вода ходите. Нормальная, хорошая. Я говорю, Алина, нам не понравилось. Не понравилось. Нет, не понравилось. Да, мы все, не пойдем. Мы заказали Цезарь, и он был... Тут, короче, подают вот особенность. Цезарь в России – это всегда с курицей или с креветками, или с рыбой. Да. А здесь это салатные листья с таким, типа, рыбным соусом. Так, и напоследок дня мы приехали в Лос-Анджелесе в аэропорт, чтобы посмотреть, как садятся самолеты. Говорят, они прям над головами садятся. Не знаю, не знаю, правда это или нет, проверим сейчас. Вот летит самолет. Нам так повезло вообще, мы только что подошли, вот, и он над нами прям летит. Все, побежали обратно.